В этом видео не будет каких-то выводов. Я его записываю так, чисто посмеяться. Я сам никогда и никому не рассказывал о тех женщинах, с которыми у меня что-то было. Но, тем не менее, информация постоянно утекала. И я все никак не мог понять, ну где же я спалился? Я ломал себе голову до тех пор, пока я не понял, что, оказывается, сами женщины все рассказывают про себя, ну и, естественно, про меня. Как-то раз, когда был с одной из своих любовниц в ночном клубе, вышел на улицу покурить. И увидел под дворниками своей машины записку с номером телефона, именем и надписью «Позвони». Оказывается, эта женщина в тот момент находилась в этом же клубе. Я сказал любовнице, что мне нужно отъехать по делам. Посадил авторшу записки в машину, недалеко отъехал и там же прямо в машине ее трахнул. Но самое интересное было после. Когда моя любовница пошла в туалет, то она услышала, как в соседней кабинке эта женщина, с которой я только что отъезжал, рассказывает подруге о том, как она занималась со мной сексом.